Друзья, у нас очередной экстренный выпуск из серии «Нам позвонили». Позвонил мужчина с фермы с коровьей и сказал, что корова то ли легла, то ли наступила на ребенка, на щенка, который залез в коровник погреться. Сказал, что этого щенка подбросили им несколько дней назад, но, как понимаете, там нельзя ребенку находиться. Тот, кто бросает животных в коровники, в птичники, он просто обрекает их на муки. Мои хорошие, девочку назвали Мальта, ей приблизительно 3 месяца. Обследовали ее, сделали рентген-снимки. У малышки сломаны ребра. И еще у нее проблема с левой задней лапкой. Снимок лапки не сделали, у нас не хватило денег на рентген. Сделали только снимок позвоночника. Друзья, приюту очень тяжело сейчас. По-настоящему тяжело. Я прошу вас, если вы можете, помогите нам немного. Поделитесь 100 рублями. 100 рублей для вас, друзья. А для нас это жизнь. Я обращаюсь ко всем. Ко всем, кто зайдет посмотреть наш ролик. Друзья, пожалуйста, не пожалейте для бездомного зверя 100 рублей. Прошу вас. И благослови Бог вас и ваши семьи. Чем больше живу, ребята, тем больше задумываюсь. Человечество делится на 3 части. Это люди, способные любить, сострадать, жалеть. Это нелюди, для которых чужие страдания – это наслаждение. Это живодеры. А есть еще, ребята, серединка между добром и злом. Есть тупое стадо, которому на все наплевать. Которые любят только себя любимых. Которым наплевать, когда ребенок улыбается, и он не может улыбнуться в ответ чужому ребенку, которому наплевать, что живодер на его глазах мучает котенка или щенка. Вот эта середина, вот это тупое стадо, это самая страшная часть человечества. Но они выбрали свой путь сами. А мы, друзья, выбираем свой. Решать вам, кто вы. Добрый. Злой или тупой.